катание на лыжах в Австрии. В следующие минуты я хочу показать вам горнолыжный курорт Майерхофен в Австрии. Прекрасный горнолыжный курорт, 142 километра трасс и 60 современных подъемников. Добраться до него можно в Австрии, в Циллертале, красивой долине недалеко от Инсбрука. Это было в 3 минутах езды от Циллерталя, горнолыжного района Майерхофен. Мы можем только рекомендовать его. Я могу только рекомендовать его. Я был там, катался на лыжах. Это отличный горнолыжный курорт. Большое спасибо за просмотр.